Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Яндекс Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте наконец-то снова конкурс, новиночка, так сказать. Разыгрываем мы ключ на игру в Стиме Rising Storm 2 Вьетнам. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Довольно-таки давно у нас конкурса в группе ВК не было. Хотел как раз сделать, уже через день-два хотел там свой конкурс выпускать. Решил не ждать спонсорства, но вот тут прилетает просто ключик от спонсора и доброе утро, как говорится. Здравствуйте. Поэтому вот такой вот конкурс, такая вот игрушечка. В группе ВКонтакте моей проходит сейчас конкурс, в закрепе, если что, висит конкурс, поэтому сможете всегда найти с телефона, с компьютера. Ссылка также на группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи, народу участвует мало, шансы выиграть большие. Всем желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот энергетик Turbo Energy. Яркая энергия на 10% больше, как тут написано. На этот энергетик у меня уже был обзорчик. Вот он, если кому он интересен, его название, его превьюшка. Но кто мои ролики смотрит, тот уже понял о том, что здесь упаковочка изменена, этикетка, упаковка, банка, дизайн банки изменен на 10% больше. А значит, что мы делаем? Мы делаем переобзор. К тому же, в том ролике, если не ошибаюсь, я не узнал владельца бренда, поэтому в любом случае я хотел сделать переобзорчик, без разницы, измененный дизайн или нет. Но даже если бы я, допустим, в том ролике узнал бы владельца бренда, я бы в любом случае сделал бы обзорчик только на новую банку уже. То есть тут неважно было бы. Покупал я в магазине без названия, просто какой-то магазин по типу ларька, по типу шаурмичный, что ли, как здесь так можно сказать. Ну, по типу шаурмичный, где шашлыки делают. Тут, короче, такой. Чисто с холодильника взял. Кстати, в холодильнике лежит. Респект. Даже в магазинах, даже, точнее не в магазине, даже в какой-то шаурмечной, шашлычной, ни в коем случае, кстати, не оскорбляя там, просто говорю, просто к сравнению, вот так вот. Сравнивая какой-то Ашан и сравнивая какой-то там шашлычную или же шаурмечную. То есть ты в Ашан заходишь, там Ашан, он здоровый. И там на весь магазин, блять, вот такой вот один холодильник маленький. В этой шаурмичной там стоит 3 или 4 вроде как холодильника. Поэтому как-то так. Стоит данный энергетик вроде 100 рублей в районе, что-то такое. Я там еще с одним напитком покупал. Напиток будет, кстати говоря, с Грузией, судя по всему, там по этикетке написано было. Не знаю, посмотрим. Поэтому оба мне обошлись в 200 рублей. Так, что? А, про этот энергетик Turbo Energy, я его на сайте где-то видел. Это вроде российский бренд энергетика какой-то. Так вот, какой-то, короче, мы обзор тоже делали на какой-то продукт. И встречали на сайте прям. Когда листаешь там до нужного тебе товара. Я там
промелькнула вот эта вот баночка. Я ее увидел такой, о, так я же делал на это обзор. И вот поэтому вспомнил. Поэтому вроде как это русский владелец данного бренда. Но сейчас посмотрим. Может даже Балтика, кстати. Так, давайте, в принципе, попьем. Вообще, я пить хочу так-то. После чикенов Grand Menu. Кстати, обзор можете посмотреть, если кому интересно. Чижику респект. По запаху, в принципе, оригинальный энергетик. Помимо того, что энергетик лежал в холодильнике, я пришел домой, я его поставил в морозилку. Поставил, жесть. Жесть, поставил его. Я его закинул в морозилку на часа два вроде ли. Час 30 где-то так. Поэтому, да, напиточек леденющий. И по газированности сразу могу сказать, что сильно газированный напиток. Даже немного неприятно пить. Нет, даже бы между среднегазированным и высокогазированным, вот между прям, серединка такая золотая, 100%. Потому что при высокой газированности пить напиток нереально. Поверьте моему опыту, были ролики, я, честно говоря, не помню, поскольку у меня их 3800 почти. Были ролики, где напиток просто нереально пить, отдает очень сильно газированность. Здесь, кстати говоря, вот почему обожаю пить энергетики оригинальные. Спустя, ну вот, допустим, пил я там, давайте, 15 апреля, к примеру, оригинальный какой-нибудь энергетик, нормальный оригинальный энергетик, который реально оригинальный у него вкус. То есть обычный, без вкуса, так скажем, да? Вот 15 числа пил, к примеру. И, допустим, не пью, не пью, не пью. И через месяц, вот, допустим, сегодня проходит месяц, 15 мая, например. Оригинальный энергетик пью. Но до этого пью энергетики, только со вкусами различными. Там манго какой-нибудь, тропический вкус, еще там какие-то. Кроме оригинального. И вот когда ты всякие тропические вкусы пьешь, со вкусом энергетики. А затем через месяц, после того, как уже давненько не пил оригинальный, пьешь оригинальный, качественный, и это просто кайфы доставляет, серьезно. Потому что энергетик этот оригинальный, реально качественно сделал. По вкусу 100% лайкос идет от меня. Экстракт гуараны, экстракт женьшеня, кофеин, таурин, витамины группы В. Также я еще в магазине самом, да и на сайте видел вот эта яркая энергия, а есть вроде еще какой-то другой, второй вкус, их вроде всего два, вот этих Turbo Energy. Но, к сожалению, пока что его в магазине нету, поэтому никакого, так сказать, за жопу не поймаю и не сделаю на него обзор. Не получается. Объем 0,5 литров. Опа! А вот, пожалуйста, черноголовка. Вот люблю я черноголовку. Вот умеет она сократить время поиска владельца бренда. Вот реально обожаю. Так помимо этого, помимо того, что не тратишь время на поиск владельца, Черноголовка — это российская компания, которая делает, блядь, просто пиздатые напитки. Клянусь просто, серьезно. Сколько бы обзоров я ни делал, блядь, все напитки просто охуенные. Черноголовка чисто с душой все свои напитки делает. А я, а чё я про напитки?
Газировка, чипсы. Тот же самый. Просто кайф. Вот поэтому я и сказал, что это вроде бы российский бренд энергетика, потому что на Фантолу, наверное, делал как-то обзор, увидел все-таки на сайте Turbo Energy и удивился, кстати, что черноголовка решает залететь, так сказать, на этот рынок энергетических напитков. Вот так вот. Ладно, пока я не умер, давайте заканчивать. А то я уже устал говорить. Кофеин 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Таурин 120 миллиграммов на 100 миллилитров напитка. Таурин, в принципе, средний такой показатель. 120 миллиграммов. Кофеин 30 миллиграммов. Дефолтный показатель. В большинстве энергетиков это есть. Так. Больше, в принципе, здесь никакой информации-то особой важной нет. Судя по всему, просто банку увеличили. 450. Ну да, в принципе. Что там получается, типа 45 миллилитров, типа, да. Ну да, все правильно. На 45, типа, получается 500 миллилитров. Ну, короче, плюс-минус. И получается вот такой вот энергетик. Энергетику я от всей души однозначно ставлю 5 из 5. И заканчиваю на этом обзор. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.